Салют, народ, с вами Виолент и Вэлан, и сегодня у нас будет битва таксистов. Кто больше поймает заказчиков, тот победил. У нас всего на все про все 10-15 минут где-то так, и мы посмотрим реально результат. Мы будем соревноваться реально живыми людьми, живые игроки, приглашать их в таксишку, чтобы они сели к нам, отвезти куда-нибудь там и по делам их, да? Да. А перед роликом обязательно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну что, отправляемся за пассажирами? Погнали. Ты, давай, кстати, брать, лицензию купил уже, нет? Я, конечно, все купил. Так, давай, братан, все, выезжаем. Вообще жесть, просто мясо. Я офигеваю, просто два таксиста. Жесть какая-то, реально это интересно. Поставь таймер, кстати. Кстати, таймер, да, друзья, 15 минут. Все, в принципе, нам надо будет искать игроков. В принципе, я одного уже приметил и мчу к нему. Блин, я знаешь, как сделаю? Я просто твоего заказчика сейчас возьму. Не надо, подожди, ты что за мной? Зачем? Так будет вообще интересно, ладно. Я приметил уже цель. Надеюсь, нас, ребят, не кокнут, потому что здесь игроки очень агрессивные. И может случиться беда. Так, кстати, боишься за свое такси? Очень, потому что если нас взорвут, то это все. Просто она миллиард баксов стоит. Блин, неужели ты едешь на того же самого игрока, на которого и я? Блин, ну это будет опасненько. Ну, ладно, бери его, я поеду куда-нибудь другое. Ты к нему ехал, да? Да. Так, ну-ка, где наш заказчик? Блин, подожди, а где он? Кому бы подъехать бы еще? Что-то я не вижу, он походу на крыше. Прикинь? На крыше? Походу на крыше, реально. Так, где еще один? Ну-ка. Я вижу его, но... Где так, он? Чувак. Блин, да. Так, нет. Либо чувак в подземке, нету. Либо непонятно где. Вижу одного еще. Еду такси к нему. Приехало, а он не хочет садиться. Выхожу на связь. Так, братан, ты где? Ох, тут блин, мне кажется, если я спущусь просто в туннель, то я оттуда не вылезу уже. Так, я напишу ему. Sit, please, брат. Блин. Тут просто, братан, читеров нереально. Читеров нереально, тут маленькие машинки ездят. Прикинь, на карте больше некого подобрать. Здесь пару человек, и они все по домам. На канале, это вот реально. О май гад. Братан, ко мне машинка маленькая забралась, это считается? О, чувак, давай, садись. Нормально. Давайте напишем ему реально. Блин, ты кого-нибудь не нашел? Нашел. Вижу двоих, пожалуйста, сразу двоих прям взять. Блин, пожалуйста. Чувак уехал. Прикинь, он не захотел меня слушать, давай, садиться. Давай, иди сюда, братик, пожалуйста, сядь. Я гоню за тобой. Пожалуйста. Твоего клиента сейчас, слышишь? А если я сейчас подберу твоего клиента, будет вообще угарно. Нет. Ладно, там я вижу игрока. Пожалуйста, стой. Ну, пожалуйста, остановись. Блин, это какое-то мясо, реально. Это нереально, это просто невыносимо. Я не знаю, как поймать того игрока, но он уезжает. Все по домам, прикинь, как мы начали записывать, все по домам спрятались. Так, стой, братик, стой, пожалуйста. Блин, пожалуйста. Не понимаю, где этот тип. Ага. Где-то, блин, возле здания. Так, сейчас попробуем, ребят, взять его. Они как-то лагают, что-то непонятное. У меня в охренале вообще происходит, мне все звонят, блин. Блин, так, ну-ка, братан, чувак, время 3 минуты прошло, и мы ни одного пока не взяли клиента, это очень печально. К сожалению, мой клиент где-то на вышке, я не знаю, как ему сказать, что завалось такси, и непонятно, он русский или нет. Ужас. Ну, если не русский, то надо писать, что делать. Так, сейчас напишем, садись. Садись, бро. Давай, братишка, садись. Садись ко мне. Вижу одного. Такси. Может быть, он ко мне сядет. К тебе еще ни разу никто не подсел, вообще, да? Вообще, тут вакханали меня таранят. Я не знаю, вакханали, как это происходит. Все звонят мне на мобилу. Ужас. А этот тип где-то в здании. Стреляй. Не стреляй. Сядь. Окей. Брат, пожалуйста, сид, плиз. Блин, сид, а тут сид. На карте реально сел, никого нет. Сел! Первый клиент! Да братан, ну нафиг! Нечестно, блин, мне надо как-то этого пригласить, отлично, братишка. Отлично, он ко мне сел. Я к знакомым не сажусь. Подожди, он пишет, что к знакомым не садится и сам сел? Да, это... Чё это за тичь? Спасибо, сейчас еще надо писать ему. Блин, чувачок, где ты находишься? Выходи. А, подожди, стоп.
А это, подожди, это американец... А, стоп, это, да, американец. Тот мне написал The Book какой-то. А, это мне, значит, ответил, прикинь. Это мне чел ответил. Сейчас посмотрим его ник. Я думал, это мне. Да, чувак, это мне он ответил. Прикинь? Да? Не садится. Он, да просто садись, блин, ёма, что ты делаешь, да? Напиши ему, напиши. Братан, блин. За сотку довезу. Так, один чувак я вижу в магазине одежды. Может быть, он выйдет и ко мне сразу же сядет в тачку. Все, чувак пошел в дом. Короче, он не захотел со мной играться, со мной в тачку ко мне садиться. А игроков я больше на карте не вижу, прикинь. Они все поисчезали. Хотя вот один есть. Поеду за ним. 12 игроков, братан. Я пока... Один клиент у меня есть. Жесть. Ты его провел сколько секунд? Или ты до сих пор с ним едешь? Не, ну провез его больше 5 секунд, это точно. Как бы наша задача. Он вышел, да? Посадить. Да-да-да, он сам вышел. Ну блин, ну мадам, выйди, ну пожалуйста. Можно одну... О, блин, блин, сит-плиз, давай-давай. Пожалуйста. Тут чувак с какой-то тачкой дикой. Я боюсь, он меня расквасит. Пожалуйста, сядь, сядь, сядь. Пожалуйста, я пишу, бро, сядь. Давай, давай, давай. Да, yes! Давай, братишка. Да, второго ты уже, офигеть. Второй клиент, отлично. Дай-ка напишу ему, тебя куда? Тупо жесть. Давай. Сейчас, пожалуйста. Сейчас ему скажу, поставь метку. Да господи, я путаюсь в клавишах, братан. Так. В казино. Окей, погнали. Все, я везу его в казино, как бы можно будет спросить, куда... Блин, чувак тут на маленькой поехать. Машинке прыгает на мое такси, прикинь. Серьезно? Вот да. Это я вот не знаю, на меня тоже, кстати, прыгали. Жесть. Чувак, короче, не захотел, прикинь, садиться ко мне. Вот ну, какой-то блин, еще есть. Уже, как бы у меня два клиента, это прям реально жесть, очень жесть, это реально очень сложно, я не могу ни одного поймать. Это пипец, уже 6 минут прошло. О май гад. Так. Так, я везу, короче, чувака в казино, так что у тебя есть пока шанс кого-нибудь поймать, хотя бы одного клиента, братан. Так, не знаю, надеюсь, ты кого-нибудь найдёшь. Да найдёшь. Я вообще не знаю, уже думаю, что я реально никого не найду. Тут чувак на мотоцикле, попробую его зацепить. Давай. Так, ну садись, сейчас бро, садись. Я отвезу одного клиента в казино, и это будет защитный балл. Понятно, он читер, короче, был. Вот, кстати, зелененький. Читаков вот прям надо опасаться, вот, ну, максимально. Так, этот чувак не захотел ко мне садиться, к сожалению. О, за этим всё, чуваком погоня просто бессмысленно. Блин, где ты там лазишь? Я тебя на... А, вот ты где. Реально, у меня вот два типа было, и их вообще никак, все, больше нету типов на карте. Когда мы начали записывать, реально они все исчезли. Было, да, почти 30 человек онлайн, и сейчас осталось... 14, друзья. И они самые интересные на карте и прыгали, бегали. Так, сейчас их нету, реально. Вижу, еще один вижу, еще одного клиента. Может быть, попробую его цепануть, попросить, чтобы он сел. Ой, мазафака, мне кажется, к тебе нужно ехать и твоих клиентов так, как-то забирать, так, пробовать. Так, так, так. Вот он, The Book. Сядь, брат, здесь, брат, ну сядь. Здесь просто две машинки маленьких прыгают на меня. Прикинь, они за мной ездят просто. За такси. Они просто за такси ездят. Так, ну, еду к тебе, буду пробовать к тебе сесть, иначе нет, это просто... Нет, от меня уехали. Так, я даже не знаю, куда ехать. Понимаешь, здесь люди... Я уже всем писал. Здесь два человека было, и они не хотят садиться. Вот в чем фишка. Ну, пока видишь, 15 игроков, один прибавился. Как... Ой, господи. Кого бы еще цепануть? Так, The Book здесь... Просто... Реально, куда можно отъехать, чтобы поймать игроков? Братан, у нас 8 минут прошло на данный момент. Ты, короче, двух, да, обработал? Да, двух обработал и принял заказ, как бы, вот. Блин, ну это, конечно, приколы вообще прикольные. Я думал, знаешь, мы никого не цепанем. Реально, тут сессия прям реально пустота. Очень тяжелая. И как бы тяжело нам справиться с данной задачей, как бы реально было перед записью очень много игроков, и они все повыходили, так как тут происходило нереально просто в анханале. Смотрите, ребят, просто на карте реально очень мало игроков, которые бегают, прыгают. Только вот за городом два типа есть, видишь? Ну вот я, кстати, к ним и еду, но, блин, до них ехать это очень далеко, как бы. Остальные, мне кажется, мы не успеем, блин.
доехать. 100%. Времени уже мало остается. Очень мало. Ну не, я туда за ними не поеду. Но где остальные 15 игроков? Где они все? Я вообще так они по домам сидят, понимаешь? В этом фишка, блин. Что они засели в своих ногах. Господи. И это очень печально. Я просто там перекрутился. Блин, ребят, ну это реально очень сложный челлендж. Это просто реально... Я не знаю, как это описать. Вэллон уже подобрал двух пассажиров. Я ноль. Чувак написал, что он не хочет садиться к чужим. То есть его, видимо, запрограммировали, ему сказали, что нельзя садиться к чужим людям. Блин, знаешь, я могу подъехать к одному человеку, но типа он на такой тачке, которая может меня, в принципе, убить. Так, ну я еду к тем. Надеюсь, у меня есть еще шанс хотя бы одного поймать. 5 минут. Да-да-да. Братик, стой. Братан, пожалуйста, стой. Иначе это просто будет трындец, если я никого вообще не подберу, потому что опять реально интересно. Опять эти маленькие машинки здесь. Так. Остановись, ну пожалуйста, остановись. Так, ну-ка. Ну, походу, он уехал, я не знаю, куда-то далеко. Что там по карте у нас, ребят? Нет, они двое стоят, и они что-то там с водой делают, прикинь? Брат, они, наверное, водолазы. Сядь. Пожалуйста. А, мне, наверное... он садился ко мне, уже садился. Садился этот парень, так что... Чувак, у меня такси крыша слетела. Прикинь? Серьезно? Таксишная, да. Вижу одного. Как они сейчас поймут, что я такси? Ну попробуй, говори как-нибудь, пожалуйста, сядь. Не знаю, что-нибудь еще. Может предложить им 1000 баксов? Максимально не такси комплис. Так. Уже. О, тихо, копы, здесь копы еще. Прикинь, я офигею, мне просто не везет, копы одни. Во, такси, пожалуйста, ко мне инопланетянин сел, третий клиент. Да, отлично, третий клиент. Офигеть, инопланетянин, что? Ну у него, знаешь, тут такой костюмчик максимально интересный. Блин, друзья, это очень-очень просто интересный ролик, я думаю, получается. Если вы также считаете, обязательно поставьте лайк. Друзья, новая рубрика просто максимально братишка, интересная. Ну, давай, садись. Так, братишка. Братишка не слушает меня. Окей. Куда его довести? Вот, у вопрос. Меня будет один шанс, чувак. Если я сейчас спущусь на пристань, то я туда, походу, не смогу уже выехать. Ну, блин. Я рискну, реально. Я еду просто за типом, тупо по ступенькам. Так, а где тут чувак? И что ты его не вижу? А, чувачок. Так, лодочка заспавнилась какая-то. А, вот он. Братишка, давай, такси подвезет тебя. Может быть, ты сядешь, девушка? Давай, садись. Такси, пожалуйста. Е! Братан, ну как бы я посадил еще... Нет. Ну знаешь, я ее уже вез. Ну я думаю, чувак, ничего не убивай меня типа, только. Три клиента хотя бы. Такси. Хотя бы три клиента. Ничего страшного, как бы можно их повозить. Еще одно место, в принципе, есть. Так, кого еще бы подцепить? Давай, вообще чувак, никого... садись! Сел? Yes! Сел? Красава, хотя бы одного! Один, ребят, задача какой выполнена, реально! Заработал. Офигеть! Друзья, это реально просто интересно. Мне реально стоит. Ребят, реально пишите больше челленджев таких прикольных каких-нибудь, мы будем снимать. Если вы обязательно наставите много лайкусиков, то мы еще снимем реально еще с такси что-нибудь. Еще клиентов будем ловить. Блин, знаешь, сейчас для игроки, в принципе, закончились, как бы, блин, их очень остается мало, и одни кто-то дома сидит, другие кто-то, не знаю, опа, вижу клиента, попробую к нему подлететь прям по фастику. Так, он вроде бы где коттеджи? Здесь жестко, у меня такси, я просто инвалид какой-то дикий, я не могу развернуться здесь. Охренеть, братан, у меня машина покоцанная. Слушай, давай встречаемся уже, давай встретимся, посмотрим, насколько ты раздолбал машину, насколько я. Ага. Чувак, я уже не доеду даже, я тебе больше скажу, я в камне застрял. Ну попробуй. Хотя выехал уже. Я потерял свою эту... сверху штучку. О май гад, это просто господи. Жесть. Где ты находишься? Вижу одного, так? Вижу одного. Я где этот, дорогие так, понял. Дома, квартиры. Так. Вижу чувака, вижу цель. Братик. Реально, сядь. Ребят, вот мой клиент сидит. Он, видимо, военный какой-то. С кем-то воевал. Он на паузе. Так.
Так, да, еду к тебе, как... мы должны встретиться и посмотреть реально, что с тачками нашими. Ты ее расквасил вообще или нет? Ну, максимально, да. Она прям мне раздолбленная. А крыша у тебя есть, осталась? Крыша, ну, как бы половина есть. Так, половина? Так, ценника нету этого, вот этого рекламного щита, вот этой штучки. О, жесть. Получается, мы с тобой расквасили. Это адское такси, знаешь? Самое настоящее адское такси. Да-да-да, фейк-такси. Блин, кого бы еще подцепить? Я даже не знаю, все по домам сидят. Так, попробую за минуту, точнее, за 30 секунд подцепить еще одного клиента. Так, на перехват, давай сюда. Опа, быстро. Ай, тачка. Так, тихо. Блин. Мы должны реально сейчас встретиться уже. Там осталось, в принципе, одна минута. У нас мало времени, так что... 20 секунд. Давай, я еду к тебе, где ты там находишься. Ну, я где, знаешь, это Лос-Антос Кастом. Окей, вижу тебя. Просто пишет, типа, куда ты нас везешь, я не знаю, куда... Я тупо. Моя задача вас подобрать, повозить секунд 5-10, и все. Как бы для меня челлендж выполнен. Так, со мной, прикинь, клиент еще в такси. Он сидит. У меня тоже двое клиентов прям здесь. Интересно, сколько мне заплатит? Давай встретимся, мне кажется, просто максимально офигеть. Вот! Ты чего? У тебя вся тачка забита! Короче, мой таксист бушевал. Прикинь, ему не понравилось, походу, то, что ты всех подобрал, тупо. Забил тачку. Господи, блин, друг. Просто. Я подобрал сколько? 3 клиента, да, по сути? Но ты подобрал одного. Но, в принципе, самая главная задача была хоть кого-то подобрать. Да, это потому что сложно. И в этом заключался челлендж. Как бы на данном сервере просто творилось максимально ванханалия. И кого-то подобрать... Просто максимально тяжело. Так что мы справились со своей задачей. Мы потеряли свое такси, но в конце ничего страшного, как бы. И смотри, сколько людей мы привезли. Ты привез троих, и я одного. И смотри, они в кучке здесь. Можно опять заказывать такси и возить их. Ну, ладненько, давай, братан. Я думаю, в принципе, можно будет завершать ролик. Да? Да, вот эти такси, тут колеса поздувались, я подбежал, они полопались. Сейчас, я тоже подъеду, подожди. Че, у меня пожарка переехала еще дополнительно, таксисты. Да, я вижу, тут пожарная машина стоит. Фу, друзья, просто мне реально очень ролик, в принципе, понравился. Понравилось все, что мы сделали сегодня. Да, было прикольно. Я, в принципе, подобрал троих, Виолент подобрал одного, но как бы, я думаю, ты не... В принципе, не расстроен, да? Задача выполнена, главное, и все. Угу. Ну что, друзья, если вам ролик этот понравился, обязательно подписывайтесь на наши каналы, нажимайте на лайкусики, оформляйте, естественно, подписочки, колокольчики, чтобы все вам приходило, и вы смотрели новые наши серии. До скорых встреч, ребят, и всем пока. Всем goodbye.